Пересчитать пенсии военным пенсионерам требует нардеп Николай Скорик. Соответствующим письмом он обратился к президенту и надеется, что реакция гаранта не заставит себя долго ждать. О проблеме ему сообщили ветераны ВСУ из Одессы. Еще весной в правительстве обещали подготовить для этого отдельный закон. Речь идет, напомню, о 2 миллионах военных пенсионеров. Им пересчитывают пенсии, исходя из минимальной заработной платы. Там совсем другой механизм, совсем другие формулы, совсем другие цифры. Государство либо должно четко своим гражданам сказать, которые отдавали за него здоровье, служили на границе, служили в органах внутренних дел, о том, что оно не хочет это выполнять, либо оно должно это четко объявить, либо оно должно четко выполнять действующие законные права наших граждан.